Ты видишь станцию «Душа», что взгляду так знакомо. Давай по ней пройдемся, не спеша, как будто нет у нас пути иного. Вот настоящие мотивы наших действий, легко верстают нам дальнейший путь. А рядом боль и слабость, корень всяких бедствий. Толдонят рьяно, лучше бы свернуть. Здесь место есть для радости и счастья, для тех, кого мы любим и не ждем. Здесь все опутал стражник страх своей властью. Тропой через глаза мы туда пройдем.